давайте в стороночку пойдем. Да нет вопросов вообще. Товарищ водитель, его там нет. Там нет никого, товарищ водитель. Там никого нет. Я заехал сюда. Ага. Я поставил машину. Припарковали. Да. Так. А он сдал назад. Вот этот негодяй. Да. Вот мы тоже так подумали, какая странная вещь, знаете. То есть вы ее вот сюда поставили. Да. И этот негодяй поехал назад. Да. А вы потом сюда пришли, да? Да. Обалдеть. А вы тут живете где-то? Но у вас огонь идет. Огонь идет. Я прямо тут стою и прям чувствую огонь от вас. Да, убил. О, сжег просто. Жгу, да? Вы меня сожгли своим огнем. Ну и замечательно. Да. Мы с хорошего канала, Смотра ТВ. Знаете такой канал? Смотра? ТВ, да. Смотра ТВ. Да, ну, канал крутой. А что за праздник был, расскажите? Ну какой праздник-то был? Что пили? Живой, здоровый, самое главное, железо сделаете. Ну, права отберут, фигня. Права вряд ли отберут. Не отберут? А как так? У всех отбирают, у вас нет? Ну, может быть, отберут. Ну и хрен что? С ним, ну что? Ну и что? На заднее сиденье денег у вас много. Я курьер. Да ладно? Да. Нет, у вас дорогая машина, у курьеров курьер. Денег не хватит. Курьер. Нет. Курьер. Ну, у курьеров не хватит денег столько. Пойдемте, посидим. Холодно. Не-не, а я постою, вы садитесь. Не-не-не-не. Не-не, я не пойду туда, я вышел. А вы нет. Вы не можете быть курьером. Я курьер. Не, ну вы приятный человек такой. Бухаете, правда, за рулем, а так нормально. Вот я курьер. Красавчик. Ну а как ты, что? Ну довольный, живой, здоровый. Она не пристегнут был, да, поэтому подушки не сработали? Или пристегнут? Пристегнут. Все нормально, все как Павел. То есть даже не испугался. Ну это что? А вы с какого канала? А, канал Смотра ТВ на Ютубе. В курсе? Смотря на Ютубе. Ютубе. Какие вы красавцы! На Ютубе! На Ютубе! Мой сын смотрит Ютуб. Да? Да. Передавайте привет вашему сыну. Опа! Леша! Я тебе передам, канал Ютуб, И все, Правильно. Подпишись на YouTube. Че, знаешь, еще что скажу? Давайте. Я веселый. Да, с вами приятно общаться. А знаешь, что еще скажу? Ау. Правда на YouTube? Да, Смотра ТВ. Смотра ТВ? Да. Кто у вас хозяин? Я. Ну что ж, я тебе желаю, чтобы ты еще больше заработал денег на Ютубе. Слушай, спасибо вам большое. Вот такая редкость, пьяный водитель и позитивный. Нет, пьяный водитель и... Позитивный, добрый. Вы же добрый человек. Я добрый. Да, добрый. Владимир добрый. Понятно. Угу.